Всем привет, это «Спортмарафон». У компании Socony модель Xodus присутствует в ассортименте в матрице, виртуальной матрице, уже давно. И Xodus Ultra — это то обновление, которое напрашивалось уже больше 2 лет. В этой модели бренд качественно соединил лучшие элементы из соседних, добавил перца за счет PowerRun PB, это пена Пеба, внутри амортизирующей платформы, и получилось шикарно. Женская версия у нас на обзоре. Очень хочу заполучить в ассортимент нашего магазина и мужскую. Следите за обновлениями. Поехали. 259 граммов вес женской версии. Перепад, внимание, 6 миллиметров. Нестандартно для Socony. Они всегда работают на перепадах 8 миллиметров и 4 миллиметра. Что такое перепад? Это расстояние высоты между пальцами и пяткой в амортизирующей платформе. Этот дроп влияет на ощущение поверхности и на технику бега, которую вы используете для прохождения дистанции. Чем меньше дроп, тем больше кроссовки вас подталкивают бежать агрессивнее, в атаку, на стопу. Не всем это подходит, потому что из-за формы стопы мы имеем разное разгибание, сгибание голеностопа относительно берцовых костей. В трейле преимущественно используется дроп 10 и ниже миллиметров, здесь 6, золотая середина. Агрессивная подметка с плитой, которая защищает от пробивания камней. Ваши стопы будут в безопасности. Добавили колечко, и в эту версию можно цепануть гамашу, которая прикроет и защитит ваши стопы от попадания мусора. Это могут быть и камушки, не обязательно это пакеты из-под молока, которые мы пробегаем очень часто на природе, а я призываю о природе заботиться. Это и камушки, и пыль, и песок, и веточки. Может, и снежок. Кстати, и обычная гамаша, не обязательно мембранная, туристическая, по колено защитит от попадания снега внутрь. Очень хорошая фиксация, и пятка прикрыта не просто ламинацией. Здесь весь внешний материал в области пятки выполнен из очень плотного материала, почти не тканного, я бы сказал, что и увеличивает фиксацию по всей площади. Не только пяточный стакан, но весь блок в области пятки уже доплюсный, сделав из такого материала, бренд решил вопрос с скольжением стопы внутри модели. Сетка выглядит достаточно паропроницаемой. Самое интересное в амортизирующей платформе PowerRun PB находится внутри. И здесь уже, в отличие от версии Endorphin Trail, обычной или медовой, не нужно было делать поверх сетку. Не сетку рабицу, но просто сетку для того, чтобы защитить материал. Достаточно положить внутрь. Кстати, Mizuno на модели SkyNeo и Neo Ultra используют уже несколько лет данный принцип. Внутрь стабильного, не самого эластичного пеноматериала, но эффективного, кладет лист суперматериала, что добавляет комфорта в первую очередь. На суперрезультаты в этих кроссовках не попрешь. Я надеюсь, вы все-таки будете сохранять ноги в тепле, голова в холодной должна оставаться, и преодолеете всю дистанцию, вне зависимости от того, вокруг дома, в парке, в лесопарке или где-то далеко на природе от города. Приезжайте в спортмарафон, мы подберем вам правильный размер. Звоните ребятам в колл-центр, они расскажут все про фишки этой модели, расскажут, что внутри у нас стоит стелька из PowerRun Plus, это тот материал, ну как буст, это термопластичный полиуретан расширенный, который позволяет ощутить еще больше амортизации, больше комфорта, который, кстати, в отличие от стелек с EVA, все-таки впитывает влагу, но не так качественно, не так быстро, как это делает стелька с открытыми порами, будем честны. Под стелькой у нас отсутствует амортизирующий слой, дабы не создавать иллюзию чрезмерной амортизации, ведь это не так, в трейле нужно чувствовать поверхность. Это все-таки не городские кроссовки, это мы понимаем благодаря тому, что видим такие агрессивные шипы. Универсальность данной модели ставит ее в один ряд с Pegasus Trail, но гораздо более продуманные по элементам, выполнены очень хорошо, качественно, тонким расчетом на преодоление особо опасных участков, в отличие от Pegasus, за счет сцепления и наличия защиты и возможности прицепить гамашу и суперматериала внутри. Но я уже сильно расхваливаю эти кроссовки, девочкам супер повезло. Приезжайте в магазин, подберем правильный размер, звоните, ребята в колл-центре расскажут все нюансы данной модели. Всем бег!